сайте mistopis.ru выиграть корону Mistopis не надо бить. Ну пошла. Агентство недвижимости ключевые люди. Я сейчас подойду, подожди. Я тебе. Ебать! Волнуешься, накрыло! Да что за хуйня? Да волнуешься, накрыло, смотри! О, чувак! Что за мировая война, нахуй? Да ты смотри, там все бух... Вообще... Так это, нигде не видно же было, ну что? Что да смотри, стекла все повыбивало. Взрывной волной выебало. Выдавило. Да что-то, блядь, так волной-то куда? Взорвалось, блядь. Так вот, смотри. Слышишь, грохот поехал? Охуеть! Потому что как бы летел, то прям нет, нет, ну, там нету ракету, может. Ну, там что-то светилось, может, как ярко светило вначале. Автомат снимать. Что, китайцы? Меня заводит. Я забор надо помог. Смотрите, что? Какое-то пролетело тебя что-то, потом как давануло что-то по ушам и все здесь. Пролетело и вот сейчас минут через пять бомбануло. Так это еще, знаешь, прям ощутилось, куда это, да. Волна такая раз. Уши, да, да, уши задавило. Все посыпалось наверху в кабинете. В кабинете все попадало со столов. Надо. Меня чуть со стула с кабинета не сбросило. Вот. Так вот здесь попадало. Тоже так подпрыгнули сейчас. Ну не пойдет, рамы все погнули нахуй. Так вот, смотри. Что это, что говорят? Из Челябинска же, да? Это я только по радио слушал, знаешь? Главное, чтобы день нормально.